Не обижайте их. Вы даже не понимаете, что они умрут, и вы больше никогда не сможете исполнить их желание. Вот мама просила у меня кроссовки, они были. Я взял, отдал сыну. Да сын 100 кроссовок получил, а она умерла, она никогда их не получит. В этом плане надо уважать старших. Дайте сперва старшим, ибо и у них нету времени впереди.